за тобой пришел, а с ним ярмовщики. А он тем временем забивал свиней. Так вот, берет он, значит, свиной глаз и пихает в ведро. Куда? Вкусно себе говорю, засовывает свиной глаз. Ярмовщики заходят. И мамаша опять говорит ему: сынок, вот пришли забрать тебя на войну. Так он спускает штаны, поворачивается к ним спиной, огибается и говорит: да сам видел. И что, не забрали его? Нет.